Всем привет, друзья! Сегодня я решила сделать видео. Давненько не делала никакого видео. Слегка приболела. Вот сегодня я решила показать вам остатки хрусталя, которые мы недопродали. Вот. Ну, тут это не весь хрусталь, тут есть еще и стекло. Стеклянные такие вазочки, вот бокальчики, прикольные, пузатенькие бокальчики, вот. Классные, вот у них 4 штуки, если кому интересно купить, то всего по 100 рублей за штучку, вот. Хочу еще показать, вот смотрите, хрустальная, как бы конфетница или как, я не знаю, может быть для варенья. Вот такая вот красота. Вот такая. Размеры сейчас я вам подскажу. Высота 16,5 сантиметров, диаметр 12,5 сантиметров. Вот такая штука. Очень, очень красивая, но и тяжелая. Ну, такую можно. У меня цены, сразу скажу, очень недорогие. Такую штучку можно продать всего за 400 рублей. В общем, самое дорогое, что у меня здесь есть, стоит 400 рублей. Вот, допустим, вот такая вот вазочка. Не знаю, для чего. Вот такая вот штучка. Тоже прикольная. Конфетница. Вот ее размер и диаметр 10,5 сантиметров. Вот такая штука. Вот такая вот штучка. Диаметр 13 сантиметров. Как видите. Вот такой две штучки у меня. Таких вот. Размер, высота 16,5, диаметр 8 сантиметров. Не знаю, как ее назвать. Ладья. Может быть, хрустальная. Вот такая тоже. Хорошенькая. Высота 17, диаметр 9,5 сантиметров. Так, что еще показать интересного? Вот еще ладьюшка. Не лодочка, а ладья, я так думаю. Вот. Высота 23 сантиметра, диаметр 10 сантиметров. Вот такая. Ну, я так понимаю, что вот это не хрусталь. Это как бы стекло такое толстое. Вот тоже не хрусталь. Широкая штука. Диаметр 21,5 сантиметров. Вот такая вот. Высота 17, диаметр 10 сантиметров. Такая тоже широкая, огромная, 28 сантиметров, высота, диаметр 17 сантиметров. Вот такие штучки, тоненькие, тоненькие, я не знаю, для чего они. Какой-то фрукт может положить. Вот такие вот листочки, листочек прикольный. Вот тоже конфетница, это уже стекло, я так понимаю. Вот тоже стекло. Так что, если кому интересно, цены недорогие. Очень все дешево. Пишите в YouTube или звоните по вот этому номеру. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много интересного.
Еще будет обзор или посуды какой-либо, либо книг. Книги очень хорошие есть. И о здоровье, и о культуре. Ну, это все в дальнейшем. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Вот такая вот красота, которую хотелось бы продать. Вот еще такие стопочки я не показала, сапожки. Всем пока, всем хорошего вечера.